Привет, мои скауты, с вами Кью, поэтому мы продолжаем проходить LEGO Jurassic World. Это уже вторая часть сюжетной линии парка юрского периода. Вот, нам сюда нужно, видимо, идти. Я не знаю, эти штуки нужно... Да, наверное, нужно разрушать. Мы гуляем уже по другому острову в парке юрского периода, можно так сказать. Здесь мы должны фоткать динозавров, ну и, конечно же, влезем в какие-то приключения. Как без этого? Так, я не знаю, мы сможем переплыть? Я не уверен. О, черт, нет. Ну, хорошо, что не утонули, мы сразу выпрыгиваем. Так, давайте подумаем. Мне кажется, что нужно поискать какие-то детали. Просто так мы явно не перелезем. Может, здесь что-то будет? Как я должен пройти? Я вижу там какую-то мишень, но она явно не для этого. Ну, можно попробовать попасть. Так, чувак, давай. О, он что-то там нашел. Вот здесь, может быть. Ну-ка, попробуй. О, этого я не заметил. Так, ладно. Давай, парень. Слушайте, если бы действительно я не прошел проверить, то, наверное, бы... Ну, хотя нужно было бы проверить, конечно. Мы же ищем детали, но все равно. Очень хорошо так спрятано было. Окей. Так, нас не проведешь. Мы уже такие лего-лего. Прям эксперты. Ну, я хочу так думать, по крайней мере. Конечно, я еще... Я вообще плохо играю. Я из-за того, что у меня... Я невнимательный, то да. Очень мало чего замечаю. Нам нужно снова взять нашего стрелка. Вот здесь теперь он поможет. Я думал, сейчас эпично... Ой, черт. Вау, там такая расщелина. Нифига себе. Да, круто. Я думал, что сейчас дерево, например, как-нибудь эпичненько свалится. Ну, нет. Кстати, там, наверное, нужен какой-то двойной прыжок, может быть. О, ладно, давай, парень, ты... Ой, черт. А, раскачаться, ну да, наверное. Так, тогда давайте за Яна еще. У нас очень много попыток, персонажей много. О, как он упал? Я даже не спускался вроде как. Так, ну давай ты. Тихо. Просто из-за того, что стик, он... Давай, короче, попробуем, все, нормально. Идем дальше. Пока расчистим здесь территорию. А ребята там... Давай, переползают. Что у вас получилось? Я не помню, кто может... О, да, явно не ты. Возможно, ты. Да. Тебе не привыкать, видимо. Я не знаю, откуда... Ну, скажем так... Не будем говорить. Ну, там, в общем, и мороженое, и цветочки. Не знаю, откуда это может... появиться, окей. О, катсцена. Нет, нифига это не катсцена, это загрузка. Как и мы, тираннозавры проходят пубертатный период. Примерно 14 лет они начинают набирать по 450 килограмм веса в год, пока не достигнут зрелости. Офигеть, 450 килограмм. По-моему, это читали уже, да? Вау-вау-вау. А-ля Помпадур. Что? Они их усыпляют, да? Миленько заснула. О, кстати, это отсылка компании, которая делала Марсианина. Ну, Марсианина. Ну и к Стивену Спилбергу тоже. Before he ever dreamt of an island, he began construction on an amphitheater. San Diego is the perfect site. It could be completed. Еще фильм снимаем, замечательно. Visitors in less than a month. Они с ума сошли. Sam told me these people might show up. He did send a backup plan. What backup plan? Ладно, и что мы будем делать? Уровень называется саботаж. А, пошел этот парень и... Пошла Сара. А это Ник, окей. Ник и Сара, знакомьтесь. Здесь снова так все как-то мрачненько, но мне это нравится. Так, ладно, вы... Оу, щет, не попал. Давайте, ребят, по одному. Опана! Так, ну я не знаю, Сара разберется или нет, но я пока пойду.
А, они там вместе уже бегают, знаете, им уже нормально. Выходи, дружище. О, ему очень плохо, но мы как-нибудь ему поможем, наверное. Да, он все еще спит. Так, нам нужна Сара. Парень, ты тут, по-моему, позастрял. Никто не смеет меня ударить. Так, давайте найдем какую-нибудь еду, может быть, или что-то такое. Мороженка ему не помешала. Так, вот что нам нужно, чтобы его подлечить. Окей, снова на нас бегут. Давай, Ник, разберись, ты же мужчина здесь. Меня вроде еще никто не ударил, да? Так, тихо. Отойди, Сара, и я разберусь. Все. Мы его прям припечатали к клетке. Нам нужно что найти? Мороженка, банан и гриб. Окей, может здесь что-то есть? Вот в этих ящиках ничего нет. Может какой-нибудь грибок здесь есть? Что-то такое. Вообще, по идее, нужно все разбивать, потому что в Лего часто они куда-нибудь засовывают в непредсказуемые места абсолютно. Окей, ничего нет. Здесь может быть. Так, автомобиль. Автомобилем. Вроде нет, я не знаю. Оу, щет. По-моему, лучше... Я жизнь потерял, или это не я? Или я просто ее выбил? Да отвалите. Сара, иди сюда. Ты че офигел? Мою подружку трогать. Стой, Сара. Где? Окей. Извиняюсь, у меня что-то с голосом. Окей, мы можем... Наверное, теперь залезть на эту вышку и каким-то образом... Так, и сюда. Может, у них в лагере есть какие-то бананчики, например. Я бы не против. Ну, практически. Мы мороженое нашли. Вау, пауки. Пауки, это стрёмно. Окей. Так, держи мороженку. Должно полегчать. Все, окей. Теперь нужно банан и гриб. Я не знаю, где это можно найти. Может, здесь? Хм, как они сюда залезали? А, что, здесь есть лестница или нет? Так, ребята, мы подползаем сзади. Йоу! Здорово, ребят! Чё тут делаете? Я вижу, у вас там гриб варится. Ой, извини, Ник, я тебя тоже, да, ударил. Так, как бы мне ваш грибок опустить? Здесь, по идее, да, вот здесь, наверное, механизм этот нужен. Давайте соберем. Ну, окей. О, шикар. Ой-ой-ой, аккуратненько, там все горячее. И идем относить гриб. По идее, где-то еще дальше должен быть банан. Мы тоже его поищем. Держи, дружище. Все для тебя. Оу. Что-то он там кровью плескается. Ну ладно, надеюсь. Все будет нормально потом. Так, а интересно, я допрыгну. Вау! Крутяк! Я допрыгнул. И даже сюрприз соберу. А то я смотрю, он там крутится, вертится. Как же его забрать? И получилось. Инген. Окей. Палатки. Я надеюсь, что в палатках никто не спит, и мы никого не потревожим. О, я даже могу на эти штуки садиться. Здорово. Так, вот здесь, по идее, мы потом разобьем, когда его вылечим. Ну и в мусорке... Нет, стоп. А кто может? Ты. Хорошо. О, нужно нажимать было. А я такой смотрю еще. Опа. Так, есть банан. Ну, давай, твой завершающий ход будет, Ник. Подаришь банан, и мы должны, по идее, потом его... Ну, или оседлать, или он сам прибежит. И разбить уже дальше. Так, где ты, ребят? Где ты, ребят? Где ты, парень? Ой, ему получше. Все в порядке. Все хорошо. Так, я могу теперь его выбрать, да? Ну-ка, побежали. Вау, офигеть. Бам! Круто. Так, пойдемте, наверное, дальше тоже за него, потому что здесь я вижу уже... Ребята, я куда пошли? Сейчас мы повернемся. Все.
Вроде мы всех растоптали. Вот здесь можно еще. Окей, что еще, что еще? Воу, какая-то штука определенная нужна. Интересно, я сожгусь? Нет, ему все равно. Так, извини, Ник, я тут немножко потопчусь. Что это такое? Ладно, давайте собирать. А, мы только что это разбивали и снова... А, ну теперь мы просто делаем лестницу. Хорошо, мы обязательно туда пойдем. Я вижу, что нам нужно именно туда. Ой-ой. Да, уходите отсюда, ребята. Отлично. Так, здесь вроде ничего такого полезного нет, поэтому мы сразу пойдем. Вау. Так, быстренько валим. Оп, да черт. Черт, давай. Оп. Это стегозавр же, да? Вот сейчас он вам покажет. Гиганта... Нет, это гигантозавр. Нет, стоп, значит это стегозавр все-таки. Все, я правильно сказал. Да, стегозавр. Они меня путают, я и так плохо знаю. Так они меня еще путают. Слушай, им очень круто играть, если уж говорить честно. А ты умеешь прыгать? Так, освобождаем потихонечку. Как-то он странно выбежал, ладно. Немножко залагал, но... Сейчас, ребят, мы вас освободим, только... Так, а где мелкий? Куда делся мелкий? Он убежал, что ли? Ключ нужен. Ключик мы с вами сейчас поищем, но... Вау, сколько деталей! Отлично. Так, парень, выйди. О, спасибо за жизнь. Кошелек или жизнь? Ключа здесь я не вижу. Вот может там что-то дальше есть. Да. Определенно, нужно там поискать. Не очень хочется копаться в этом... в дерьме стегозавра, но что поделать? Мы должны найти ключ. Я, честно говоря, не уверен, что это очень такая приятная масса. Ну, второй сюрприз, замечательно. Где же ключ? Где же ключ? Может, здесь? Здесь кто-то может пролезть, но... Так, попробуем. Ну, нет, нужен какой-то... Да, Тимми. А, вот здесь еще есть. О, ключ нашел. Круто. Кстати, там проход свободен, можно было бы пройти, но... Нам еще нужно здесь развалить базу. Так, давайте, выходите. Я надеюсь, что вы мне немножко поможете. И за вас можно будет поиграть. Побежали, разгон, оба! Круто. И еще разок. Так, 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 я не пойму, вы что здесь? Вообще-то я хотел за, да, за ребят уже поиграть. Что это за штуки? Какие-то батареи. Ну, выглядит странно, ладно, сейчас попробуем еще здесь собрать. Я думаю, нам скажут. Что сделать нужно? О, они сами работают. А, эта штука вроде как... Я думал, у него сначала рук нет. Да, приветушки. О, какой он маленький. А зачем она его ногу носит? Это странно. Вау. Блин, он, кстати, очень такой классный. Я бы не против такого динозавра. Не отказался бы такой маленький. Ну, конечно, потом он вырастает, но... Если бы они не вырастали, то было бы здорово. Да, в принципе, я и от львенка маленького не отказался бы. Какого-нибудь.
Да, немножко ногу у него отсоединили. Да, лучше вам приставить ему ногу. Ух, там... А, ногу забрали. Ой-ой-ой-ой-ой, по-моему, они просто так не оставляют. Оу, Тирексушка, ты чего? Так, ладно, будем пробовать. Контрольная точка, так, нам нужно вержились, да? Давай, Ян, давай, давай. Оу, аккуратно! А что? А, эта штука раскачивается. Вот, вот так я теперь понял. Окей, мы продолжаем. Здесь у нас пицца летает. О, щит. О, вроде неплохо. Эй, парень, давай, спасай нас. Ой-ой-ой-ой, как тут вверх-вниз? Наверное, пока можно так подержаться, хотя... А, нет, нам нужно за этого парня поиграть. Что это такое? Так, ты умеешь же, да, с этим расправляться? Давай. Крюк, нужно еще лебедку найти. Хорошо. Так, приделаем механизм, и нужно еще прицепить к автомобилю. Так, теперь... Давай, 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 потянем, 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 потянем. Ты нам очень нужен сейчас. Это помогло бы. Давай, цеплей. Эй, окей. Так, отлично. Теперь нам нужно сесть. И желательно ехать назад. Воу-воу-воу-воу, нифига себе. Вроде получается, и есть. На уровне. Хорошо, дальше что? Меняем на Яна. Опа. Что здесь только не летает? Я не знаю, откуда это летит. По идее, уже как бы не ша... Ай, пытается. Оу, щет. Ладно, я пропускаю. Давай. Во, отлично. Давай! Имя монетки. Хорошо. Я не знаю, что там звонит. Ой, синюю монетку ухватили. Ой, давай, давай, давай. Монетку! Есть! Самую главную. Опс. Эта штука, по-моему, сломалась. Hold on. Hold on. Так, давай, чини, чини, чини. Ой, нет, только не маленькие динозаврики. Отвалите от меня. Уйдите. Тут же можно стрелять, да? Ладно. Нам нужно немножко еще покататься. Садимся. О, кстати, радиус становится меньше. Ну, не радиус, но этот угол. Хорошо. Вроде нормально. Давай, Ян. Оп. Мы должны доползти. Мы сможем. А, мы сильные. Вот сейчас будет тяжелее. О, я синюю монету пропустил. Сейчас будет тяжелее всего, потому что они вот-вот вылетают, и нужно сразу реагировать. Да. Вот как, например, с этим. Ай. Ползем, ползем. О, катсцена, отлично. Она нас спасает. Да, они не особо-то и помогают, но вроде мы успеем вылезти. Я, по крайней мере, на это надеюсь. О, отлично. Ха. Сразу приоделись. Вау. Какой эпичный-то взрыв. Communication equipment's been destroyed. We're stuck here, ladies and gentlemen, and stuck together thanks to you people. At least we came prepared. There's a communication center here, in the old operations building. If we can get here, we can...
Вот теперь нам нужно добраться до определенной точки, но это будет тяжело. Я так думаю. Мамочка в ярости, открыто достижение. На этом уровень заканчивается. Если вы любите LEGO Jurassic World, а вы любите LEGO Jurassic World, я это знаю, потому что вы часто пишете, где продолжение, но были свои дела. Я надеюсь, что вы поддержите это видео и все прохождение пальцем вверх. Напишите свои комментарии без спойлеров, я надеюсь. И если хотите, подписывайтесь на канал и ждите продолжения. Всем спасибо, всем пока!